Доброе утро, уважаемые дачники. Снимаем третью часть куриных новостей. В этом выпуске я покажу устройство курятника изнутри. Поехали. Ну вот мы уже и здесь. Стою не в полный рост, немножко согнут. Но ничего, более-менее комфортно. И я здесь. И ты здесь. Здесь у нас насест, жердочки. Здесь у нас... Насесты, где яички курочки несут. Вот там, видим, уже есть в каждом. О, в одном три. В одном три. Ну, в одном. В другом одно, еще в одном. И вон там в углу они тоже любят нестись. Итого у нас сегодня получается 5-7. Ну, 7 стабильно примерно так вот идет. Что здесь есть у нас? Нет. Такая вот кормушечка висит, подвешенная немножко на 5 сантиметров от пола. Пшеница находится. Потом есть... Да не, мы залезли, смотри. У нас поилка. Смотри, мы залезли. Устройство крыши. Вот. Двускатная крыша с стропилами. С коньковой балкой. Есть. Убирают, а сверху профлист. Еще надо. Окошко пока забили полиэтиленом. На будущее, может быть, стекло поставим. Я сама хочу. Ну, вот она сидит. Сидит, дорогая. Яичко несет. Даша, покажи ведерко. Вот они, 7 яичек, да, все достали. Все на месте. Так, ну, они уже снеслись на сегодня. Можно их выпускать, гулять. Да. Открываем. Все, сейчас пойдет самое смелое первое, там остальные. Ну, вот сама крыша снаружи. Карнизы обшиты вагонкой. Ветровики и конек. И здесь та же самая. Устройство насеста, такая вот коробка с крышкой, с навесами, просто открывается. Подписали, чтобы не забыли, что кто здесь. Вот такой. На сегодня план минимум выполнен, 7 яиц есть. Ну, подождем, еще может быть будет.